Я встретился с продукцией компании Karl Storz впервые, наверное, в самом конце 80-х годов прошлого века. Мы начинали лапароскопию, гинекологии, и тогда мы приехали в Москву, чтобы как раз познакомиться и привезти в Грузию инструменты и аппаратуру, и особенно оптику компании Storz. Это было в 1990 году. Тогда компания занималась в нашей стране Dyna International. И впервые Dyna International привезла в нашу страну весь цвет той прежней эндурологии. Поначалу, конечно, это были диагностические лапароскопии. Я помню эту коробочку, футляр от эндоскопа, в котором лежал весь сет, с которым мы передвигались. Руководством действием для меня было двухстраничное буклет фирмы Storz, на котором было 8 цветных фотографий, изображающих лапароскопическую холецистэктомию. Имея огромный шкаф никому непонятного оборудования с надписью Storz, мы постепенно каждый день внедряли какой-то инструментик, какой-то проводок, какой-то инсуфлятор, какой-то коагулятор. А дальше все потихонечку развивалось. Уже в настоящий момент, я прикинул, уже 34 года мы идем рука об руку. Это оборудование стояло в малой операционной, внутри отделения. И ежедневно Валентина Григорьевна, стоя на коленях, делала гистероскопию. Эта вся вода выливалась на нее, в лицо. И вот мы, будучи ординаторами, пришли молодые врачи учиться клинической ординатуре. Нам тоже давали, тоже мы становились на коленочки, смотрели в окуляр, смотрели в окошечко, что мы там полили. Почему Karl Storz? Потому что это, наверное, один из мировых лидеров, брендов, который является залогом успеха. У вас работают замечательные люди, ваши руководители – замечательные люди, ваши представители – замечательные люди, замечательные специалисты, замечательные в своей области энтузиасты. Наверное, я компании Karl Storz всем сотрудникам хотел бы пожелать всего того, что я обычно желаю своим друзьям. Мою любимую компанию с 20-летием. Желаю процветания, благополучия, конечно же, хорошего бизнеса. Благодарность компании за понимание и за наше многолетнее сотрудничество. Дальнейшего роста, дальнейшего продвижения. Не так важно быть пионером, самое главное – постоянно быть лучшим. Поэтому я желаю представительству оставаться лучшим из лучших. И дальнейшего процветания в России, ну и в целом в Европе и в мире. Чего точно никогда не купишь и не заработаешь просто так – это отношения, дружеское отношение, возможность пожать действительно открытую друг другу руку, не держа камня за пазухой. Хочу поздравить компанию с очередным юбилеем. Вот этот темп, эта свежесть, это новаторство, оно сохранялось. Я вас всех люблю, ну и готов всегда прийти, если что-то случится, к вам на помощь.